приглашаю вас погулять в парке. Да, мы вам сейчас покажем, что здесь интересного, а может быть, неинтересное. Вот сегодня, сегодня воскресенье, да? Да. Угу. Вот неинтересное, вот в чем мусор. Сегодня тут... с вами прогулку проведет Баха. Мы тут видели овчарку. Немецкую овчарку. О, кошка лежит там. Баха, расскажи, пожалуйста, всем, чем отличается лето от осени? И то, и то. Я не знаю. Ну вот летом ты, например, что делал? Купался. Так. Играл с друзьями. Так. Лежал, спал. И еще мультики смотрел. Хорошо. А вот осенью что ты теперь делаешь? Только хожу скучный в урок. И хожу вот так, на-на-на-на-на. Дома сидишь только. И тепло наденешь, шапку там, шарфик. Все. Мне не нравится. Мне нравится лето. Вот, молодец. Спасибо вам за комментарий. Так, ну что, вот мы находимся на бывшей речке. Правда, Баха? Да, старый. Старый добрый речка. Да. И что здесь мы наблюдаем, Баха? Архара. Так, Архара, Баха сказал. Еще что? И реку наш добрый старый. Угу. Я могу туда спуститься. Вот видите, уже сколько выложено плиткой. Стой, на, подержи. Так что... Я сейчас спустюсь и еще вернусь. Хорошо, мы подождем вас. Сейчас я спущусь, играю. Угу. Вот мы сейчас попробуем. Ой, спуститься. Не бойся, Вась, не бойся. Ой! Я тут. Угу. А как мне подняться? Тут как там себя ощущаешь? Нормально? Ну да. Ну беги вон на ту сторону. Вот к Архару беги. Не я... надо, я боюсь. Не бойся, ты чё? Вот молодец, вот. Не страшно же тебе, правда? Да. Ну, хорошо. Вот. Ура! Я жив и здоров. Слава Богу, слава Богу. Я не могу. Ну, потихоньку давай. Как ты слезал там? Держись руками. Тут негде держаться. Не бойся. Посмотрите, какие цветы красивые. Очень. Зря их я полил. У меня вода закончилась.
Ничего страшного. Видите, некоторые закрылись от цветы, потому что жарко им. Вот. Угу. Они спят. Некоторые у них есть колючки, да? Угу. Открывается этот цветок, что спишь там. Жарко? Да. Да, сегодня очень жарко. Время 12 часов дня, конечно, самая жара. Тут бабочка. Ну вот мы. Ты нагулялся, Баха? Да. Понравилось? Да. И пойдем домой. Скажи всем, что надо говорить? Всем пока, подписывайтесь на наш канал. Охота прыгать. Мы немножко с вами прогулялись. Очень жарко. Баха устал. Ну, мы еще с вами увидимся. Да? Спасибо, что были с нами. Гладкие такие цветы. Пока-пока. Пойдем, Лена, па. Ты что стоишь? Будьте здоровы! Пока!